Часто слышу разговоры всякие, что, мол, какие тупые собаки, мнения эти все однобокие, как и люди, видать, недалекие. Собака не просто друг человека. Если чел на ум не калека, будет любой послушным пес, даже бойцовый, вообще не вопрос. Булька, став, бульдог, доберман, лишь по команде, как ураган. Но если хозяина пес дал сам, собака подстать. Хули уж там. Помните прежде сказать о них что-то. Собаки опасны, в руках идиотов. Не сами друзья. Четвероногие себе выбирают хозяев дороги. И мелкие шавки в руках мамзелей часто ведут себя хуже зверя. А все почему? Потому что, бля, с бабками ум прикупить нельзя. Не надо хаять глупых собак. Чаще всего хозяин мудак.